Друзья, всем привет! Всех с наступившим Новым годом! Всем удачи! Всем правильных рулей, только хороших автомобилей. Сегодня 3 число, едем на авторынок «Зеленый угол». Уже начали работать. Кому нужна помощь, звоните, пишите, обращайтесь. Всегда поможем, проверим для вас автомобили. Если нужно, то отправим. К сожалению, забыли камеру, поэтому снимаем сегодня на телефон. Сразу хочу извиниться за звук, потому что на авторынке «Зеленый угол», как всегда, у нас ветер. К сожалению, не все автомобили удалось проверить, потому что, видимо, люди еще отдыхают. То есть рынок, он хоть и работает с 3 числа, но, допустим, один автомобиль проверили, а второй автомобиль сказали, звоните, только приходите, проверяйте только послезавтра. То есть это получается 3, 4, с 5 числа. Ну и сейчас для вас поснимаем цены, поснимаем машины, наличие автомобилей. Много брать не будем, возьмем там штук, наверное, 5 автомобилей, посмотрим, что, как изменилось по цене. Вот, ну и вообще походим по авторынку. Не забывайте подписаться на канал. Всем спасибо за комментарии, всем спасибо за поддержку. Вот, и еще хотелось бы добавить, сделаем, наверное, такую рубрику «Ответы на вопросы», потому что много вопросов вы задаете именно по комментариям. Ну, друзья, если честно, по комментариям отвечать неудобно. Прямо под этим видео, какие у вас есть вопросы, пишите. Все вопросы, все комментарии мы читаем и будем делать видео, прям, скажем так, ответы на вопросы. И что касается прямых эфиров, будем стараться хотя бы раз в неделю делать прямой эфир. Вот. Но сейчас идем на авторынок, смотрим цены. Ну и, конечно, еще раз повторяюсь, поддержите нас, не забывайте подписаться на канал. Honda Stepwagon, комплектация спада, одна из самых максимальных комплектаций. Белый перламутровый цвет, задняя дверь ломается, сзади дворник, спойлер на литых оригинальных дисках, резина установлена летняя, хромированные ручки, ветровики, повторители, передняя часть автомобиля, там друг у нас сидит, туда я не пойду. Большой пробег на автомобиле, чистый салон, неуделанный. Кстати, данный автомобиль сейчас проверяем. Хорошее состояние салона, электродвери, подлокотники, система предстолкновения, движение по полосе, огромный монитор, климат-контроль. Двойной, две электродвери. Сзади сплошной ряд сидений. Подстаканники есть. Не подстаканники, столики. Есть монитор для второго, для третьего ряда сидений. Штатные шторки, в стойках идут подушки безопасности, сзади тоже. Очень удобная трансформация салона. Либо имеем огромный багажник, либо имеем полноценный микроавтобус. Тихо, я тебя уже боюсь, друг. Не ругайся. Видите, как задняя дверь у нас ломается здесь? Открыть я ее, к сожалению, не могу, потому что она упрется в фита. Третий ряд сидений прячется в пол. Таким образом он выезжает. Удобная трансформация салона. Части. Согласитесь, смотрится шикарно.
такой автомобиль. Стоимость данного экземпляра 1 490 000. Это у нас уже Honda Shuttle. Автомобиль 2017 года выпуска. Двигатель 1.5 литра. Гибрид. Соответственно, коробка передач здесь робот. 4 ВД. Тоже очень хорошая комплектация. Установлены туманки. Сейчас посмотрим, штатные это. Либо здесь литья нет. Штатные колпаки. Хорошая летняя резина. Лобовое стекло идет родное. Оно с подогревом. Также система предстолкновения. Повторители. Бесключевой доступ. Рейлингов нет. Обратите внимание, по бокам идет на этих автомобилях обвес. Задняя часть автомобиля. Сзади дворник, шилдик, акулий так называемый плавник. Ребят, еще раз извиняюсь за звук. Снимаем на телефон, камеру забыли дома. Автомобиль аукционный, 4 балла. Коврики лежат сзади, почему-то багажное отделение в очень хорошем состоянии. Ящички такие предусмотрены. То есть они крепятся на защелочках, болтаться они у вас не будут. Давайте посмотрим на состояние салона. Дверные карты. Дверная карта без потертостей, без видимых таких дефектов. Приятно смотреть автомобили в таком состоянии. Но, видимо, убирались автомобили здесь, поэтому коврики убрали. Водительская дверная карта тоже в хорошем состоянии. Но, ребят, у них почему-то вот болячка. Вот эти вот места. Полный руль, селектор переключения передач. Говорят, родной аукционный лист. Пробег 99 тысяч. Ну, я думаю, родное тогда. 4 балла. Кузов целый. Но всегда повторяемся. Сейчас буду повторять. Все аукционные листы нужно обязательно проверять. Потому что он реально бьется, пробивается по статистике. Там розеточка у нас спряталась. Но в последнее время все чаще и чаще попадается несоответствие. То есть сам продавец об этом не знает. Он уверен, что автомобиль не бит, не крашен. Но по факту встречаются нюансы. Подкапотное пространство. На самом деле довольно неплохой шаттл. Еще одну Honda, Honda Fit, 2017 год, 10 месяц, тоже полторашка, гибрид, комплектация L, ну, соответственно, тоже стоит робот, зимняя резина, литья нет, со стороны смотрится прям шикарно, видимых дефектов, повреждений на автомобиле нет. Брызговики.
сзади метла, дворник, хром. Багажное отделение. Тоже обратите, ребят, внимание, в каком состоянии багажное отделение. По-моему, стоит данный автомобиль 945 тысяч. Я могу ошибаться, но, по-моему, мне так озвучили. Какой чистый салон, какой он ухоженный. Почему у нас так не могут относиться к автомобилю, к салону автомобиля? Вот о чем я и говорил, да, болячка. Тоже полный мультируль. Подогрев дворника, система предстолкновения, антибукс, спорт-режим, ручка переключения передач, селектор, USB-вход, сенсорный климат-контроль, аукционный лист в наличии. 4 балла. Пробег на автомобиле 109 тысяч. Посередине идет 2 подстаканника, ниша, руль по вылету, по высоте регулируется. Какие японцы молодцы, кнопка старт, бардачок, розетка есть. Очень хорошее состояние салона. Следующий, друзья, автомобиль Toyota Harrier. Он год здесь не указан, к сожалению. Сейчас мы узнаем, какой год. Хорошая комплектация. Сонарчики, ходовые огни, туманки, штатные литые диски, зимняя резина. Сел, поехал. Люк. Белый цвет. По бокам идут накладки. Хромированные. Лобовуха идет родная. 4 балла. Пробег 91 тысяча на автомобиле. Шикарный кожаный салон. Узнали цену. 17 год. 2 миллиона 350 тысяч. Автомобиль идет не ВД. Видите, автомобиль закрылся. Уши автоматически сложились. Также бесключевой доступ. Подзамерз. Включи у меня в кармане. Включи у меня в кармане. Сейчас откроем. Ключи оказались не у меня. Автомобиль нам открыли. Рыжий салон, шикарный, я скажу вам, рыжий салон. Тоже чистый, приятный, аккуратный. Задняя дверь электро, полный мультируль. Электросиденье. 91 тысяча пробег. Климат. Все сенсорное. Все для людей. Цена, конечно, кусается. Панорамная крыша, смотрите, шикарно просто.
возьмем еще один степ-вагон, 16-й год, третий месяц, 1 миллион 620 тысяч автомобиль, 4 ВД, 7 мест, 4 балла, пробег 76 тысяч. Литье, летняя резина. Полтора литра. Дверь электро. Два капитанских кресла. Третий ряд сидений. Задняя дверь тоже ломается здесь. Но вот смотрите, третий ряд сидений сейчас разложен. И у нас еще присутствует багажное отделение. Аукционника нет. Давайте еще возьмем кроссовер Subaru. Очень такой клевой комплектации. Естественно, это идет рестайлинг, рейлинги, оранжевые вставки. 2 миллиона 35 тысяч. Цена, конечно, космос. Зимняя резина, штатные литые диски. Тоже оранжевая вставка идет. Повторители, рейлинги. Накладки идут. Сзади накладка. Ну, согласитесь, конечно, шикарно смотрится Форик в такой комплектации. Просто супер. Камера заднего вида есть. Багажное отделение, полка, шторка. Двигатель 2 литра. Есть турбовые. Коробка передач тоже вариатор. Тоже чистейший, ухоженный салон. Подогрев задних сидений. Также бесключевой доступ, X-Mod, подогревы, iStop, два подстаканника, монитор, бортовой компьютер. Ну, пойдемте со стороны водителя посмотрим. Клево смотрится автомобиль, прям шикарно смотрится со стороны. Старт, кожаный руль, мультируль, ребят, редкость на Форике, что был мультируль, прям, ну, действительно редкость. Пробег 76 тысяч. По нашему мнению, это самый лучший кроссовер в своем, наверное, классе. Ну, давайте еще одного возьмем. Вот этот, кстати, идет турбо. 15-й год, 1 817 000. То есть турбо, он выделяется бампером, да, у него ходовые огни, зимняя резина. Ну, это не турбо, не то, что турбо выделяется. То есть, как, ну, вообще, такое самое основное отличие, это сзади две выхлопные
трубы на трубовом автомобиле. Ну и XT указано. 280 лошадиных сил. По салону все обычно, все стандартно. Ну понятно, то, что с X-брейком он не сравнится. Салон. Замерзла дверка, что ли? Дверь задняя идет электро. Кстати, заднее сиденье можно опрокинуть. Оп. Тоже идут подогревы. В остальном по салону все одинаково. Ну, единственное, турбо. Здесь меню идет немного другое. Там давление турбины, расход. Температура. На турбовых автомобилях нет системы iStop. Также есть X-Mod, подогревы. Подогрев, кстати, работает. Кожаный руль, регистратор, зеркало такое прям широкое стоит.